Всем привет, ребят! Сейчас мы со Славой и с нашей маленькой дочуркой, собачонкой Вивьеной едем к Славе на дачу. У его бабушки днюха вчера была. Вот, и мы едем ее поздравлять и отмечать. Виви, жарко! Ну, на самом деле, машине холодно, мы только сели, она еще не прогрелась. Спасите, помогите! Мне так жарко, дышать нечем! Папочка, забери меня. Папочка! Ты должна радоваться, что ты едешь куда-то. А то вечно дома сидишь, как затворница. Бабочка наша. Ой, какие удозюки. Вы только посмотрите, белоснежные. Не снимай. Ребята, мы приехали в Крокус-Сити-Холл. Короче, еле нашли место, сейчас 7 часов 2 или 3 минуты. Начало как бы в 7, но мы идем. Вот, и нам еще надо разобраться вообще, где нам заходить. И желательно по лужам не ходить. Я надеялась, что мы заедем куда-то в здание на парковку, снимем куртки, пойдем такие классные, модные, но с парковкой были проблемы. И мы поставили где-то там. Вот так. А еще сегодня мы приехали с дачи. Я вот так одета. На мне куртка сверху, которой быть не должно. Мы со Славиком договорились, что будем все в черном. Тут очень много народу. Мы уже видели Кирилла Диденка. Он сказал, что ждет Катю Плэп. Так что она тоже будет. Вот, с нами уже пофоткали, взяли автографы. И я бы хотела понять. Привет. Да, давай. Всегда боюсь, что мы потеряемся в такие моменты. Так, сейчас Слава сдаст наши шмотки. Итак, вот так вот мы выглядим. В общем, как только мы сдали вещи, наконец-таки, сейчас мы пойдем стоять в очередь. Ну вот, наконец-то мы зашли. И 61. 61, это куда? 12. Вот вам через следующий проход. Так, зацените, сколько тут народу. Вот это фан-зона, я понимаю. Короче, нам пришлось выйти, потому что Слава потерял номерок от наших курток. Мы разрулили ситуацию и заходим, когда Олечка уже поет. Так. Аджарский, да. Это Славик. Как же фильм назывался? Это мой батёк. Привет. Привет. Это дедушка мой. Это у нас все хачапури. Мы приехали в Кабулете сейчас к дедушке в дом. Сейчас посидим тут маленечко, потом поедем снова в Батуми в какой-то классный ресторан. Она крутится там. У моего дедушки была операция в Москве недавно, и поэтому у него голос такой тихий и... На сонную артерию. На сонную артерию, да. Вот. Ну, все хорошо, просто если вдруг чё, кто спросит, поэтому говорю, что голос останавливается пока, короче.
Вот, а так у нас все нормально, да? Погода хорошая, дедушка усы отпустил. Вот так. Так что скоро поедем в Батуми в какой-то ресторанчик интересненький. Сейчас ко всем поедем. Почему-то в Грузии принято ходить в ботинках. Никто не снимает ботинки. Вот дедушка тоже не снимает ботинки. Мне в любую. Спасибо, милый мой. Славик чай заваривает нам. Бариста. Тогда кофе делай. Чисто. А вот здесь вот такая фоточка. Я, справа Гоша, мы два взрослых ребенка. А эти маленькие — это Тимур и Миша. Миша, который рядом со мной. И дедушка. Вот так. Вот эти все ребятки Гаитидзе. Все дети отца моего. Смотрите, дедушка себе собачку завел. Точнее, он встретил. Как ты этого собакуна нашел, дедуль? В смысле? Хачапури кушает, видишь, нормальный грузинский пес. Ага. Сейчас мы будем подниматься вон туда наверх, в ресторан. Надежный лифт? Нет. Как ты думаешь? Бородатых не выдерживает. Он как висел, опа. О, прикольно вот сейчас. Вообще красота. Съемки. Тут не русский не должен разговаривать, или как там? Это ты сейчас пытаешься без акцента говорить? Ага. Молодец. Еще выше надо подняться. Серьезно? Нифига. О, а там еще кафешка, кстати. А вон, кстати, слева Шератон, рядом с которым мы живем. Прикольно. Смотрите, эти штуки крутятся. Вот я сейчас поставлю камеру, а потом убыстрю, и мы посмотрим. Вот сюда прям на трек поставь ее. Так же делали эти. Надо, чтобы палки было видно. А. Будет видно по-любому. А потом... Здрасте. Тут какой-то лимонад делают, еще пока не пробовала. Грузинский класс. Ну, папа говорит, классный. Что говоришь там про лимонад? Бомба-лимонад. Грузинский бомба-лимонад. Сейчас попробую. Напоминает этот мохито? Да, только без алкоголя. Самое забавное, что мы вышли из этого лифта и пошли вон туда. Сели на эти диваны, и мы уже приехали к лифту, прикиньте. Короче, завтра понедельник, мы улетаем обратно в Москву. Я в своем прошлом влоге говорила, что мы сюда, в Грузию, приехали по делам, поэтому совсем вот на чуть-чуть, на пару дней, буквально на выходные. Вот, и как вы уже поняли, особо я нифига вам не сняла, потому что особо я тут и не тусовалась, и не гуляла, и пофоткаться я успела только на балконе сегодня днем. И вчера на улице, возле ресторана, где мы кушали, ждали еду. То есть у меня реально не было времени даже просто пофоткаться, что для меня обычно всегда очень важно в поездке. Все это вы смотрите в моем повседневном влоге, потому что это реально моя повседневная жизнь. Это не то, что я уехала на каникулы отдыхать куда-то там, не знаю, за границу или в Грузию, как обычно, там влог с Грузией. Нет, это вот именно что-то из повседневной жизни. Как вы уже поняли, я нифига не модница. Я за то, чтобы было тепло, уютно и ничего не простужалось. Я планирую в Грузию приехать после Нового года, на новогодние каникулы. Впервые поеду в такое время в Грузию, хотя сейчас... тоже получается конец ноября, я тоже впервые в таком месяце здесь. И хочу сказать, что если бы не дела, я бы в такое время сюда не поехала, потому что погода вообще не радует. Дождик, несмотря на то, что теплее, чем в Москве, все равно погода так себе. Так что ладно, мы сейчас пойдем на улицу, конечно, я вас возьму с собой, если будет что показать, то сниму обязательно, но я сомневаюсь, что будет что показывать. А вообще мы ищем какую-нибудь классную кафешку, куда можно засесть, попить кофейку. Какая миленькая. Смотрите, какая улица красивая. Ребят, мы уже уезжаем. Вот, прибрались дома, чтобы ставить все по красоте. И поедем скоро в аэропорт. Это Славик делает чай. Нет, и поставь его по красоте.
Вот такая кухня здесь. С барной стойкой, понял, да? Такой диванчик. Фоточка наша. Вот такой видон на район. Представляете, когда мы уезжаем, погода разгулялась. Но это как бы всегда так. Мы уже привыкли. Какая красота. Лайми. Эх, так жалко в хорошую погоду улетать. Это я. Еще так свежо, прям вообще воздух класс. Там так свежо, вообще одуреть можно. Вот здесь комната, где мы спим, спальня. В шкафчиках ничего нет, понятное дело. Тут тоже балкон, телек. Это коридор. Тут вот зеркало такое. Точнее, тут шкаф тоже с зеркалом. Вот здесь туалет. Эту тряпку я повесила, я полы мыла. Вот, а здесь вот такая ванная. Ребята, всем привет! Мы уже прилетели в Москву из Грузии. Это можно понять, потому что я снова в машине, и за окном идет снег, а не хотя бы дождичек. Вот, погода минус 3. Мы едем к Саше на день рождения. Саша Спилберг. Вот, и мы в подарок взяли ей красивейший букет цветов. Вон он сзади лежит. А можно минус погромче, а можно или чуть-чуть? Еще. Будь сильный, оставайся такой же, какой ты есть. Зря!